Да шучу, друзья, привет! Немного такое креативное у нас начало. Сегодня у нас вообще супер день, да, Витя? Поздоровайся. Сегодня супер день, сегодня я сниму вместе с Витей для вас три целых видео. В двух из них будет участвовать Виктор, третье мы уже там сами снимем с другим человеком. Итак, первое видео у нас будет посвящено вот этой вот квартире, в которой мы сейчас находимся. Как-то некоторое время, в общем, назад мы стояли в этой квартире. Она была еще черновая, сейчас прям кусочек вставлю. Заходи, Никит. Ага. Это что у нас, такой гардеробчик, да, шкаф, да, будет? Рассказывай. Расскажу. Угу. Здесь будет небольшой шкаф, встроенный в прихожей. То есть конструкцию вот эту мы всю возвели. Угу. То есть там у нас электрощит будет наверху. Угу. Сюда мы попадаем. Это небольшая у нас спальня. Здесь также в этой нише будет шкаф, то есть встроенный. Угу. Сюда. Здесь будет располагаться кровать напротив. Единственное, сейчас решаем вопрос, то есть задача в чем, так как спальня небольшая и дверь будет сюда открываться, неудобно будет подходить. Ага. Вызовем специалистов по окнам, то есть они попытаемся раздвинуть этот оконный блок. А, чтобы открывалось сюда? Да, в обратную сторону, чтобы дверь сюда открывалась и еще ложилась на вот эту простену. Угу. Сюда. То есть я понял. Ну, в дальнейшем эксплуатация для Анны будет и ее семьи очень удобное решение. Угу. Идем далее. Здесь у нас санузел. Так. Все это прикрутим. Здесь, в общем, кухня-гостиная, да, с таким панорамным классным окном. То есть здесь будет кухня небольшая, то есть по прямой располагаться. Ага. Здесь угловой диван. Так. Здесь у нас телевизор будет. Угу. Тумба. То есть вот такая. Классно. Квартира. Вот так... Везде, да, витражи, как вы видите, во всех квартирах. Абсолютно. Есть в корпусе Г, у нас квартира 30 метров, там нет витража обычно стандартных. Ага. Так все полностью с витражами. Ну классно, слушай, вообще, я представляю, как это все будет в конце выглядеть. Сейчас, конечно, это все выглядит так непрезентабельно. Да, да, это уже ближе к финишу, можно будет посмотреть, я думаю, с Никитой мы договоримся, да, отснимем. А, кстати, да, давайте, по-любому же интересно будет, как все. Ну да, в итоге посмотреть, и как раз будет большой достаточно объем готовых квартир. Угу. У них планировки одинаковые, но отделочные часовые материалы все равно будут разные, разная мебель, угу, и так далее. Можно будет посмотреть, как скомбинировали все это. Ну, вот так эту квартиру помню. Запомните, квартира Анны, да, так ее назовем. Вот в нее мы 100% зайдем, мы прям все досконально тут посмотрим, да, как все оно получилось, да, в конце концов. И вот мы уже находимся в отремонтированной квартире. В общем, Витя выполнил все свои обещания. И скажу вам по секрету, теперь в этой квартире живу я, так получилось. Да, это вообще неожиданный такой момент. В общем, как вообще получилось, что с моего канала Анна у нас позвонила Виктору, получается? Анна, привет! Анна, привет! Анна смотрит, да. Там, Анна смотрит, очень переживала за квартиру, переживала, чтобы я собрал тумбу перед тем, как показать ее квартиру. Но я все собрал, так что, ну, начнем обзор квартиры. Итак, первое видео у нас обзорчик ремонта, обзор этой квартиры, что мы сделали из черновой. Ну, не мы, а так, точнее, Виктор, да, я не участвовал. Я сделал, да. Давай, Витя, рассказывай. Еще раз всем привет, друзья. Здесь у нас кухня-столовая, зона mm-hmm. расположена полностью. Да, в этой квартире не было изначально перегородок, то есть зонирование комнат, все это спланировала Ирина у нас. Ну, львиную долю внесла на самом деле Анна, она прям кропотливо от руки там все в масштабе, в миллиметрах разрисовала, mm-hmm. Ирина просто это отразила в компьютере, и по этому плану мы работали, как всегда. А, то есть вот этой стенки не было, я уже не помню, честно говоря. Была вот эта стенка, за ней балкон, мы про нее посмотрим, вот это все остальное возводилось. Mm-hmm. То есть стенка, вот эта вот эта часть. Была. Давай, наверное, начнем с площади. Площадь, вспоминали, с видите, в районе... 38 метров. В районе 38, да, метров. 38 метров. Я на память не помню, мы просто здесь около 20 квартир делаем. Вот как раз это первый обзор первой квартиры. Далее будем снимать остальные квартиры, там на моем канале также увидите. Угу. Давайте посмотрим. Вот такая у нас кухня-гостиная здесь. Давай, я сейчас, наверное, с углов. Давай, с той стороны. Чуть-чуть. Так, вот она у нас, такая красотулечка. Квартира. По отделке, я вам сразу скажу, потолки натяжные полностью по всей квартире. Угу. Глянец, стены, обои комбинированные угу. с партнерами, то есть тут так, с такими... Здесь стальной цвет, серебристый, на цвету очень интересный, на цвету mm-hmm. Здесь
кухня небольшая в этой части, стол, как видите, такой диван. Диван, кстати, я... Который четко так да. встал, тут все отмерено. Да? Анна очень переживала, встанет ли он сюда, я здесь уже присутствовал. Здесь миллиметр в миллиметр, да, все было. Пришлось нам даже снять вон там плинтус. Уголок плинтуса, да. Снять, чтобы вот прям он встал, так, как родной. Как да, вообще плинтус, тютелька да. в тютельку встал. Вообще классно. У нас, кстати, я еще, Витя, покажу, наверное, вид. Мы, кстати, находимся в жилом комплексе «Посейдон». По «Посейдону» как раз-таки все вот эти у нас три видео будут посвящены. Сейчас я вам вообще покажу, где мы находимся. Интересно же, да, все-таки? Смотрите, какая красота. А вон у нас море. Находимся мы в первой береговой. Да? Прекрасный такой у нас вид. Вид на реку. Для этого комплекса это... считается один из лучших видов, панорамное остекление. И здесь, кстати, замечу, я просто уже здесь живу, здесь еще не хватает духового шкафа, да, и здесь еще фартук будет. Заказали каленое стекло, получается, ну, пока что его нет. Замерили, в общем-то, мы его изготавливаем, что-то в Краснодаре. Ну, да, скоро будет готов. Пойдем дальше? Решаемся дальше, смотрим, да. Здесь у нас зона прихожая такая. Угу. Вешалки под верхнюю одежду, обувница у нас, здесь также шкафчик встроен. Он вот так вот. Ага, здесь вот я уже свои да, наскладывал. Вот, Никита уже куртка тут висит. Кожаночка. Входная дверь у нас. Перемещаемся в зону санузла. Санузел просто вообще теплый пол. Очень нравится. Здесь мне. Санузле. Такой просторный санузел. Регулятор теплого пола здесь. То есть ага, вот он. Он электрический, да, получается? Да, электрический теплый пол. В данном жилом комплексе водяной теплый пол делать нельзя. Управляющая компания ага. не разрешает. То есть единственный вариант это нагревательный элемент электрический делать. Здесь инсталляция такая, мозаика возведена, такая, ниша, подиум. Вот ванна. Такая большая, 1,80 м или 1,90 м, уже сейчас на память не помню. Это тропические души, да, называется? Да, тропические души. Это мозаика, тоже сказал. Да, очень красивая получилась ванна, очень такая прям уютненькая, симпатичная. Мне прям вообще очень нравится. Вот эти как-то они интересные, да, что они еще там как-то так... дополнительно, да, окантовочная подсветка идет в светильниках, то есть она, отражатели стоят, и вот такой свет. Я, в общем, в ванне лежу и на них засматриваюсь. Да, Никита оценил, нравится. Я вообще оценил, все... Нигде никуда не подкопаться, все очень так качественно сделано, не знаю, нигде ничего не отходит, все прям, не знаю, идеально сделали. Да, если кто за желание будет посмотреть выполненный ремонт, то Никите звоните, показывать, что Виктор там делает на самом деле вживую, посмотреть, можете прийти в гости. Здесь это спальня отдельно изолированная, то есть вот эта перегородка также возводилась, санузел, потому что он говорил, не было санузел. Здесь, к сожалению, еще пока нет кровати, в общем. Должна вот так располагаться кровать. То есть два бра, здесь проходные переключатели напротив. Телевизор предполагается. Да, очень классно, что еще поместились вот здесь шкаф-купе. Да, то есть я не покажу, это нишу возводили мы, ее изначально не было специально. То есть здесь только заказаны дверцы, оно смотрится как единым модулем, цельное такое. Очень удобно. Удобно тем, что никакая пыль нигде не забивается. То есть это прям все примыкания идеально подогнаны. И все, дверь здесь. И тот шкаф, который мы видели в прихожей, небольшое открывание, тоже аналогично. Мы из гипсокартона возводили это все. То есть такое вот решение. Ну, здесь у нас выход на балкон. Ну, Никита, может, вам покажет вид с балкона. Открывание двери мы поменяли, перезаказывали дверь. Это пожелание заказчика было. Такой вот балкончик здесь, это застройщик, да, сразу делал вынесенный кондиционер. Корзины эти под кондиционеры, это застройщик делал, остальное монтаж всех трасс уже производим мы, выводы. Просторный, да, балкон, в принципе. Анна хотела посмотреть, переживала. Да, такая вот красота, здесь у меня сушилка, вот мои тут. Столик, в принципе, даже. Здесь я вообще думал, может быть, таких, знаешь, по-казахски сделать балкон. Я не знаю, сейчас себе, может, два, знаешь, таких, как они, не пуфика, на которых лежат, знаешь, эти мешки типа такие. Здесь такой низенький стол. Ну, не знаю, пока на балконе жарко, честно говорю. Вообще прям выходить даже неохота. Жарище. У нас до сих пор в Сочи, да, стоит? Да, у нас 30 с лишним градусов. Фух. И душно, очень влажно, конечно.
ничего, лето уже заканчивается. Мы радуемся. Да, мы радуемся, потому что умотались с этими ремонтами. Каждый день по этим стройкам бегаешь весь мокрый, в мыле. В жаре уже сил нет, уже под конец сезона уже весь вымотался. Ну, в общем, вот так. Сделал ты еще, Витя, да, говоришь, с любой точки. Можно. Никита. Я удивился, да. В общем, там лежишь, получается, выключатели, там можно... В общем, с любых выключателей можно все повыключать и все повключать. Это проходные переключатели, выключатели. Для удобства не нужно возвращаться в коридор, либо где находится основное. Основная клавиша выключили, легли спать или также включили. То есть давай, может, покажем, а то есть... я бы вообще не понял. Да. Допустим, смотрите, здесь мы включаем. Оп, вот они включились у нас. Вот этот свет, так скажем, кухонная, да, зона? Да, зона кухни. Вот, ну и все, уже легли спать, неохота, как говорится, вставать, и мы здесь же, да? Отсюда, да. Вот. Оп, и здесь и выключили. И также включили там. Ну, то есть во всех спальнях прикроватные переключатели сделаны таким образом, чтобы вы не возвращались обратно там, к главному выключателю и переключали уже мобильно, уже находясь в том месте, где... Ну, в общем, очень удобно, я заценил, действительно, да, у меня такого не было, я удивился, честно говоря. Ну что, по этой квартире все. Сейчас мы пойдем в мою квартиру. Многие очень долго ждали, мне задавали вопросы, ну когда же будет четвертая серия. Немножечко у нас подзатянулось. Сейчас мы с Витей как раз таки пойдем в квартиру, в которую я себе, 29-го у меня расчет, который я себе покупаю. Все-таки выбрал себе квартиру в этом же доме, в жилом комплексе Посейдон. Сейчас мы более подробно расскажем о комплексе. Я немножечко покажу двор, немножечко расскажу о самом комплексе и покажу вам свою квартиру. С Витей зайдем. Витя тоже ни разу не был. Витя, да, у нас просто отдыхал в Турции, поэтому я на 4 дня, да, уезжал, так передохнуть как-то на день рождения, абстрагироваться немного. Вот, так что все. Ну что, контакты Виктора опять же в описании под этим видео. Обращайтесь, делает ремонты действительно качественно, прям проверено мной. Я у него же буду сейчас опять заказывать ремонт для своей квартиры. Вот, так что все, друзья, обращайтесь к Виктору по ремонтам, ко мне, соответственно, по покупке недвижимости. И, кстати, сразу скажу, у нас третье видео будет посвящено тому, что у меня есть 30 перепродаж, очень горячих, где-то на 20-30 тысяч за квадратный метр дешевле, чем от застройщика. Так что подписывайтесь, кому интересно, кому понравился данный комплекс или понравится, я не знаю, следующих видео. Кто уже знает, может быть, про него. Он так-то на слуху у нас, да, у нас в Сочи. Нет, комплекс очень, да, хороший. У нас с такой территории, на самом деле, первая береговая линия. Территория, много парковки, там, детские площадки, турники. Сейчас мы все покажем. Угодно, в общем, да. Давайте, ставьте лайк, подписывайтесь. Дальше будет еще много-много интересного. Всем пока.